кучи дел. Городская уборочная техника в буквальном смысле завалена работой, но ощутимых результатов не видно за огромными сугробами. Со снегопада века, как его теперь называют, прошла уже неделя. Дворы удалось кое-как разгрести, тротуары стали проходимыми. Но вот с дорогами проблема по-прежнему острее некуда. Большинство городских улиц, не считая, конечно, пары центральных проспектов, из-за снежных завалов на обочинах сузились по крайней мере на одну полосу. Результат налицо, а точнее на часах. Добираюсь до работы, я с ТЭЦ-3, до работы минут 40 вот до сюда еду. Одни пробки. Из-за того, что узкая дорога, плохая занос. Вот чего надо показать-то. Тут вообще кошмар. В городской администрации нам пояснили, работать снегоуборочной техники приходится в авральном режиме. Чистят, сгребают и увозят круглосуточно, но в строгом порядке. Первостепенно те участки, где снег представляет опасность для водителей или пешеходов. Количество звеньев по вывозу снега у нас было 4 звена, сейчас у нас увеличено до 7. Вот. Количество техники, привлекаемой для этого вида деятельности, доведено до 40 штук. Работа также проводится ежедневно, по ночам. Соответственно, в первую очередь реагируем на те предписания, которые нам приходят от ГИБДД, связанные с заужением проезжей части. Внимание особо стараемся уделять именно магистральным улицам, в первую очередь, и мостам-путепроводам. То есть сейчас вот именно вот в активной фазе именно вот эти виды работ. Плюс вывоз снега как раз от остановок, пешеходных переходов и с перекрестков. Препятствия для уборочной техники создают сами же автолюбители, продолжая парковаться на обочинах дорог. Потому не к каждому сугробу снегоуборщики могут подобраться. В дворовых территориях не везде убрано, как бы силами управляющих компаний и ТСЖ. А поэтому многие автовладельцы уже не рискуют заезжать к себе во двор и паркуют автомобили на улично-дорожной сети. Соответственно, это тоже вызывает дополнительное заужение проезжей части. Плюс у нас техника ночью не всегда может, так скажем, техника крупногабаритная, не всегда может так ловко лавировать, чтобы попасть к обочине и освободить эту часть. По возможности стараемся, работаем, то есть подъезжаем, но там, где имеется возможность. Плюс... В любом случае раскопки Снежного Иванова продолжатся. Администрация поставила перед МУП СЖХ задачу снять основную напряженность с улиц в течение ближайших 10 дней. Но полностью устранить последствия снегопада века до конца февраля вряд ли получится. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.